Деньги для них не главное, счастье в детях. Многодетная семья Филипповых из станицы Анапска на Новый год получила ценный и очень полезный подарок. В семье 7 детей, самому младшему 6 месяцев. Все дети активно помогают родителям по хозяйству. Единственная проблема – не всем хватает спальных мест. Но теперь и она решилась. Семье подарили новую двухъярусную кровать. Очень неожиданно, очень приятно. Детки очень рады, довольны. Спасибо большое нашему мэру, большое, огромное, что вот, ну, когда внимание, тоже немало значит. Кроме главного подарка, многодетной семье вручили комплекты постельного белья, фрукты, новогоднюю елку. А Дед Мороз и его внучка подарили детям сладкие подарки. Эти новогодние подарки, сюрпризы для вас и для вашей семьи от главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева. С пожеланиями счастья, здоровья, успехов, благополучия в новом году вам, вашей семье, вашим деткам. Далее Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять многодетную семью Юрьевых, где воспитывается 4 детей, мальчиков-богатырей. Нежданному приходу сказочных героев ребята очень обрадовались, ведь гости пришли не с пустыми руками, а с многочисленными сюрпризами. По традиции, чтобы получить подарок, Влад и Артем рассказали Деду Морозу стихотворение. Для взрослых самый главный долгожданный подарок – шкаф для одежды. Спасибо большое мэру города. Нам подарили шкаф, который нам очень был нужен, просто необходим для нас. Раскладушка, вещи для 4-месячного малыша, новогодняя елка, фрукты, игрушки, машинки, сладости. Такое разнообразие подарков от Деда Мороза и Снегурочки запомнится семье надолго.